Вы снова в игре, это здорово, значит, смотрим футбол сегодня. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. И надо сказать, очень необычный матч у нас сегодня будет. Если вы помните такой фильм «Убойный футбол», то сегодня в ваших экранах будет его версия FIFA. Мы играем без правил. Бескомпромиссный футбол у нас впереди. Давайте скорее начинать этот матч. И смотрим на состав Барселоны. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. А это стартовая расстановка гостевой команды. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Жорди Альба в защите сыграет с Нельсоном Семедо. Ракитич с первых минут играет с Серхио Бускетсом в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Луис Суарес. И Месси подает. Бей и выводи команду вперед! И это гол Барселоны! Как же здорово он мяч протащил этот. Как ни старались ему тут помешать, он как будто ничего не замечал, а только ворота видел впереди и знал, что надо идти к ним и забить. Отличное исполнение. Лангле. Де Йонг. Мяч у Гризмана на фланге. Есть там свободная зона. Луис Суарес. Гол! Вот это да! Сравнивают они счет, а времени-то всего ничего прошло. Да, очень быстро команды начали показывать свои сильные стороны в атаке и решили с голами не затягивать. После ответного мяча у нас 1-1. Забирает мяч гол. Любой матч Барсы приносит удовольствие, а когда клуб выходит на поле с равным соперником, ждите зрелищ. Что верно, то верно. И сегодняшний матч, разумеется, не исключение. Месси. И Месси отдает пас на ход. Суарес. Какое спасение, а? Очень здорово играет голкипер. Просто невероятная реакция. Ни к чему такой угловой привести не может, только мяч потеряли. Играют они в пас. Фрэнки де Йонг. Угловой Барса будет подавать. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Месси. Хороший прессинг соперник показывает. Альба. Можно навешивать. Иван Ракитич. Отлично защитник играет. Браво, защитник. Пике разряжает обстановку. Зарядил в небеса. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Фрэнки де Йонг. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Луис Суарес. Суарес катит мяч вперед на ход партнеру. Ну, в принципе, неплохая была атака, но что-то вот как-то она оборвалась на полуслове. Луис Суарес. Может тут навес получиться. Де Йонг. Жорди Альба. С мячом Антуан Гризман. Каталонцы переходят в атаку. И тут может что-то получиться. Отражает мяч Тер Штеген. Гризман в свободной зоне на фланге. Есть где разбежаться. Навешивает он на набегающего игрока. На перерыв уходит команды пока.
Вернулись команды на поле из раздевалок и продолжается наш матч. После первого тайма счет равный. Жорди Альба. Не дает этой атаке оборона развиться. Иван Ракитич. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Проходит пас. Суарес с мячом. Просто и надежно сыграл вратарь. Отбил мяч куда подальше. Да и дело с концом. Но это совсем мимо цели. Удары с лета получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. И нет больше мяча у Барселоны. Подавай! Гризману подача идет. Он на дальней штанге. Совсем не получилось у защиты. Хорошо играет Тер Штеген сейчас. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Антуан Гризман. Он накручивает соперников одного за другим. Ну, надо реализовывать такие моменты. Как он лишился мяча сейчас? Ну, просто уму непостижим. И теряют они мяч. Семедо. Серхио Бускетс. Ракитич. Семедо. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Есть свободное пространство перед Суаресом на фланге. Жорди Альба. Не получилось у них атаку развить. И мяч у соперника теперь. Классная игра в отборе. И за боковой мяч будут вводить. Иван Ракитич. Суарес. Потрясающе играет Тер Штеген в этом моменте. Опаснейшая ситуация. И с очень близкого расстояния бил игрок. Тренер Барселоны проводит замену. Серхио Бускетс. Артуру Видаль. Месси. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Это аут и мяч у Барселоны. Фрэнки де Йонг. Серхио Бускетс. С виду Бускетс не самый грозный игрок, но как он работает корпусом. Даже с... Месси начинает атаку разрезающим пасом. Антуан Гризман отражает мяч Тер Штеген. Мяч у голкипера и можно отдышаться. Да, предыдущий сейв был просто сумасшедшим. Месси. Иван Ракитич. Ракитич здорово увидел партнера впереди. Что творит? А, какой сейв! И в центр штрафной подачи. Играют они в пас. Ракитич. Суарес. У Луиса Суареса скандальная репутация, но искренне надеюсь, что сегодня мы вспомнили об этом в пас. И Месси отдает пас на ход. Ну, в принципе, неплохая была атака. Ну, решай же! И мяч в сетке! Вот это да! Все шансы есть на то, что этот гол станет победным. Вот это развязка на последних минутах. Команда начали с центра поля после гола, и пока Барселона проигрывает. 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. Подает Дембеле. Жорди Альба играет просто и надежно, выносит мяч. Видаль. Де Йонг. Две минуты добавляются. Месси начинает атаку разрезающим пасом. И нет больше мяча у Барселоны. И матч завершен. Как говорится, пустячок.
Приветствуем вас на футболе. Георгий Черданцев и Константин Гений. Сегодня с вами, и мы смотрим очень необычный и интересный матч. Ни один судья не согласился работать на этом матче, поэтому решено было отправить эти правила в отпуск. Как хотите, так и играйте. Только не повторяйте это в жизни. Жду не дождусь начала матча. Главное, чтобы футболисты друг друга не сильно травмировали. И Месси отдает пас на ход. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. Альба. Опасно тут может получиться. И есть варианты тут. Опасно тут будет. Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, чем-то неожиданным не стал он для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. Так и должен играть вратарь при угловом. Барселона с первых минут выпустил на поле следующий состав. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Могу не отметить этот отличный дальний удар. Пусть ворота и были пустыми. Удар выдался на загляденье. И голкипер ничего не смог поделать. Пушка страшная. Мощнейший удар. У вратаря просто не было шансов. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар, красивейший гол. Мяч за пределами поля, будет удар от ворот. Ракитич. Иван Ракитич. А что? Суарес катит мяч вперед на ход партнеру. Сейчас надо сравнивать. Антуан Гризман. Гол! Сравнивают они счет. Какой у нас матч богатый на события получается. Да, самое начало матча, а голы уже посыпались. И это дает надежду, что дальше будет еще интереснее. После ответного мяча у нас 1-1. Пас на фланг. Здесь Гризман. Сыграно жестко, но в рамках правил. Альба. Потерян мяч Барса. Очень хорошо сыграно соперником. Прессинговали они и забрали мяч себе. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Нет, не дошел этот пас до адреса. И пас от Суареса. Отличный сейв. Есть гол! Барселона забила. Браво нападающий. Подкараулил этот отскок, сориентировался. А вот голкипер в этом эпизоде сыграл неудачно. Да, я бы тут отметил нападающего, который все очень здорово рассчитал. Ну, а вратарю, наверное, можно только посочувствовать. Суарес. Фрэнки де Йонг. Подавай! Месси забивать должен. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Серхио Бускетс. Антуан Гризман. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Фрэнки де Йонг. Суарес удар наносит. Рикошет и угловой будет. Подает Гризман. Лангле. Фрэнки де Йонг. Нельсон Семеду. Великолепно сыграл защитник. На чужой половине прессингует соперник. Фрэнки де Йонг. Де Йонг. И без мяча они остаются. Серхио Бускетс. Процент его точных перед... Айда пас! Серхио Бускетс великолепный пас делает. Гол! 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 Здорово играет Барса в атаке. И до двух мячей они разницу в счете увеличивают.
Это гол Лионеля Месси. Ну, от Месси мы всегда ждем чудес. И, как правило, эти чудеса он нам демонстрирует. 3-1 счет. Результативный получается матч. Ну, не должен так слабо защитник играть на таком уровне. Лионель Месси. Судья угловой назначает, Барселона будет подавать. Со счетом 3-1 завершается этот... Первый тайм Барса может занести себе в актив. Посмотрим, что покажет команда во втором. Луис Суарес мячом идет вперед. Вот это момент у него! И все четко он делает, кладет мяч в сетку. Классно сыграно, и появляется надежда вытащить этот матч. Очень важно сейчас не дать сопернику прийти в себя. 5 голов уже забито в этом матче, счет 3-2. Ракитич. Отлично в обороне сыграно, атака не получилась. Барса начинает атаку. Месси. Рецепта, как держать этого футболиста, так по большому счету и не при... Надо сравнивать! Забивай! Подает Гризман. Мяч достается вратарю. Играет в пас команда. Передать. Месси! Хорошо играет Тер Штеген сейчас. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Иван Ракитич. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Луис Суарес пошел вперед. Иван Ракитич. Ракитич здорово увидел партнера впереди. Нужно было бороться за этот мяч. Нужно было выходить. Нужно было рвать. Вот не стоило вратарю до этого доводить. Можно забивать здесь. Очень грубо ошибся вратарь, но получилось у него взять этот удар. Молодец, что спас. Да, пропусти они сейчас, и собраться было бы в дальнейшем им очень непросто. Пас на фланг, здесь Гризман. Ну и где же навес? Луис Суарес. Хорошая могла выйти атака, но защита тоже не дремлет. А вот такой пас верхом на месте, что дальше? Гонят вперед Барселона болельщики. Именно сейчас такая поддержка и необходима. Луис Суарес. Потрясающе играет Тер Штеген в этом моменте. Опаснейшая ситуация, с очень близкого расстояния бил игрок. Ну вот чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла эта атака закончиться. Тут Пике прессингует, ему нужно сыграть надежно. Хороший пас на ход. Артуро Видаль. Потерян мяч Барсы. Четверть часа еще играть команда. Лионель Месси. Месси с мячом. Ракитич. Суарес. Бить надо! И сравнивать счет! Не смогли Барса удержать, и сравнивают они счет. Очень хорошо сыграл в этом эпизоде игрок нападения. Показал отличную технику, обыграл защитника и отправил мяч в ворот. Ему этот момент удался. Сегодня обе команды играют очень неплохо, у них здорово держится мяч, и мы уже видели несколько результативных атак с каждой стороны, поэтому... Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Отражает мяч Тер Штеген. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Гризман. Вот эта передача от Гризмана пошла. Проходит пас, Суарес с мячом. Хорошо играет Тер Штеген сейчас. Но до конца счет ничейный, ставки растут. И есть куда бежать ему дальше.
Хорошо играет Терштеген сейчас. Ничья была бы закономерным исходом этого равного матча. Но все... И прекрасный вариант нашел Видаль. Две минуты добавляют сюда. Месси. Де Йонг. Ну что, звучит свисток арбитра и команды. А у нас начинается дополнительное время, друзья. Напомним, в нем действует правило золотого гола. Первый же забитый мяч сделает его автора героем, а его команду победителем матча. И нет больше мяча у Барселоны. Пас на фланг Гризману. Правило золотого. Есть у него место для движения. Выбивает мяч игрок. Луис Суарес пошел вперед. Антуан Гризман. И это момент! Гол! Добро пожаловать на футбол. С вами, как и всегда, Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы приготовили для вас не совсем обычный матч. Сегодня нет правил, то есть совсем нет. Вам что-то еще нужно, чтобы начать игру? Поскорее бы уже начало матча всегда. Вот эта передача от Гризмана пошла. И смотрим на состав Барселоны. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше. Первым на мяче вратарь оказывается. Ушел мяч в аут, бросать будет Барселон. Семедо. Месси. Фрэнки де Йонг. Луис Суарес. Мяч перешел к другой команде. Как здорово сейчас играет защита. Жорди Альба. Пас на фланг. Здесь Гризман. И разрезающий пас на ход. Суарес. Отправляет мяч в штрафную Суарес. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Есть адрес у этой передачи. Суарес, забивай! Спасает вратарь от гола свою команду. Отлично он в этой ситуации разобрался и не позволил мяч отправить в ворота. Молодец, голкипер. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Потерян мяч Барса. Любой матч Барсы приносит удовольствие, а когда клуб выходит на поле с равным соперником, ждите зрелищ. Что верно, то верно. И сегодняшний матч, разумеется, не исключение. И нет больше мяча у Барселоны. Ходит мяч у них. Отлично защитник играет.
Серхио Бускетс. Ракитич. Ракитич отлично в ситуации разобрался и перехватил мяч. Иван Ракитич. Бускетс отлично играет и перехватил мяч. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Опасно это может быть. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Здорово Ракитич мяч перехватил. Гризман. Передача на Суареса. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Семеду. Потерян мяч Барсы. Серхио Бускетс. Нет, не дошел этот пас до адреса. Фрэнки де Йонг. Пас на ход партнером. И мяч в воротах соперника Барселоны. Гол у него получился что надо. Мастерство он в полной мере продемонстрировал в этой атаке. Не стал расставаться с мячом, иначе бы можно было потерять темп в этой атаке. А так он все сделал самостоятельно и в шикарном стиле отправил мяч в сетку. Барселона с мячом сейчас. И пас от Суареса. Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас, мяч отбил подальше. Все верно, вратарь сделал. 2 минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Продолжает идти вперед. И подавать сейчас нужно. Луис Суарес. Четко и просто вратарь играет. Уходит команда на перерыв за 45. Первый тайм Барса может занести себе в актив. Посмотрим, что покажут команды во втором. Можно попробовать подать сейчас. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Ракитич. Пас на Лео Месси. И Пике выносит мяч. Луис Суарес. Гризман. Забивать нужно! Как здорово он игру читает. Передача по флангу. Месси с мячом. Уходит мяч от Лео Месси. Мяч в поле выбивает Пике. И нет больше мяча у Барселоны. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Не получилось контратака. Соперник успел сесть в оборону. Ракитич. Ракитич здорово увидел партнера впереди. Гризман с мячом. И это момент. Гол! Сложно удержать Барселону сегодня. Еще одна отличная атака в их исполнении. И теперь уже разница в счете в 2 мяча. Не побоялся он взять игру на себя в этом моменте. И смелость его привела к голу. Отличные индивидуальные действия, отличная техника. Все было сделано очень четко. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Потерян мяч Барса. Суарес. Вратарь выбивает мяч подальше в поле. Очень хорошо на Суареса сыграно. Смотрим, что дальше. Фрэнки де Йонг. Суарес, забивай! Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. И нет больше мяча у Барселоны. Серхио Бускетс. Суарес. Вот ведь парадокс. Будучи выдающимся игроком, Луис Суарес в первую очередь знаменит своими неспортивными. Ракитич здорово увидел партнера впереди. Вводит мяч у них. Иван Ракитич. Очень хороший пас сейчас получился.
Вот так надо играть в обороне, вовремя блокировать удары. Видаль. Может что-то получиться из этого. Отражает мяч. Супер момент у него. Шли последние 15 минут. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. А вот будет рикошет был. С мячом Антуан Гризман. Месси. Суарес. Вот это момент у него! Хорошо играет Тер Штеген сейчас. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Могут навесить хозяева. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Луис Суарес. Суарес. Пас в разрез очень точно. Гризман забивает. Хорошо у него получилось сыграть в этом моменте. Откровенно развалилась команда. И на счет им уже, мне кажется, вообще наплевать. Простите за это, может быть, не совсем эфирное выражение. Да, тут уже всем все равно. Голом больше, голом меньше, и топ-то есть. Осталось играть 3 минуты плюс то, что добавит арбитр. Ракитич. Суарес. Потерян мяч Барса. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Хорошо увидел партнера впереди. Игра закончена. Вы снова в игре, это здорово. Значит, смотрим футбол сегодня. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. И надо сказать... Очень необычный матч у нас сегодня будет. Если вы помните такой фильм «Убойный футбол», то сегодня в ваших экранах будет его версия в FIFA. Мы играем без правил. Отличный матч нас ждет впереди. Иногда очень приятно сыграть вообще без футбольных правил и судейских свистков. Иван Ракитич. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Можно забивать! Отражает мяч Тер Штеген. Защитники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака. Любой матч Барсы приносит удовольствие, а когда клуб выходит на поле с равным соперником, ждите зрелища. Что верно, то верно. И сегодняшний матч, разумеется, не исключение. Жорди Альба. Антуан Гризман. Суарес. Ракитич. Отлично защитник играет. Семедо. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Иван Ракитич. Ракитич с мячом. Лионель Месси. Нужно забивать и выходить вперед! Хорошо играет Тер Штеген сейчас. Месси. Атака через фланг идет, и Месси там свободен. Ну, навешивай! Месси забивать должен! Ракитич. И по пустым воротам пробил. Ну, это просто супер вратарь. Подает Гризман. Невероятный сейв. Шикарный высокий прессинг. И мяч снова у них. Бускетс. Пас на пике. Спасает свою команду от гола этот игрок. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Вот эта передача от Гризмана пошла.
Луис Суарес. Как он работает с мячом! Всех обыграл! На протяжении всей контратаки футболисты действовали максимально четко и слаженно. Отличный пример командного взаимодействия. И удар прекрасный получился. Чуть сетку не порвал этим ударом. Приложился по мячу с лета и отправил его в левый угол. После этого гола Барселоны впереди, и команда начинает с центра. И опасно. Луис Суарес. И это шанс сравнять счет. Вернее, был шанс сравнять счет. Ракитич. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Передача на Месси. Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Мяч летит к Месси. Прошла передача Месси. И может тут быть опасно. Опасно! Гол! Здорово играет Барса в атаке. И до двух мячей они разницу в счете увеличивают. Ошибся голкипер с выбором позиции. И вот такой печальный результат. Для кого-то печально, а для соперников вполне повод порадоваться. Это все-таки футбол. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Фрэнки де Йонг. Хорошо разыграно. Навешивать надо. Иван Ракитич. Не все пока что получается у них в этом матче, хотя времени, конечно, еще предостаточно, чтобы изменить результат в свою пользу. Для Барсы пока что все и правда. Айда пас. Серхио Бускетс великолепный пас делает. И мяч в воротах соперника Барселоны. И Гризман забивает. Ему вообще нельзя давать свободного пространства. Он использует любой момент. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. И Гризман подает. Перекладина играет за вратаря. И есть гол! Сложно удержать Барселону сегодня. Еще одна отличная атака в их исполнении. И теперь уже разница в счете в два мяча. Великолепный удар головой, и такие обычно не берутся. Да, и в общем-то отличное исполнение без шансов для голкипера. 3-1 счет. Результативный получается матч. Закончился первый тайм. На табло 3-1. Барселона проигрывает после первого тайма. Посмотрим, как долго такой расклад сохранится во второй половине. И это Месси с фирменным трюком. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Сокращай разрыв. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Бускетс. Отдает Бускетс мяч сопернику. Лионель Месси. Месси! Будет гол! Классный отбор! Молодец! Подали мяч с углового в центр штрафной. Великолепен защитник сейчас спас команду он этим действием. Гризман. Вот эта передача от Гризмана пошла. Прошла эта передача. Видаль с мячом. 100% возможность. Осталось забить один, чтобы сравнять счет. Хватит ли времени и сил? Вратарь в этом моменте с голом ворота потерял. На повторе это хорошо видно. Ничего тут не оставалось, кроме как просто отправить мяч в ворота. Не мог он тут промахнуться и не наказать соперника за ошибку. 30 минут играть осталось. Де Йонг. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Дарит Бускетс мяч сопернику. Вот эта передача от Гризмана пошла.
Не увенчалась успехом эта атака. Лионель Месси. С мячом игрок Барселоны. Бускетс. Гризман в свободной зоне на фланге. Есть где разбежаться. Суарес. Крайне плохой пас получился. Мяч перехвачен. Бей давай! И мяч летит к партнеру. Это Луис Суарес. Перекладина спасает. В перекладину мяч попал. И забрал его наконец-то голкипер. Очень напряженный момент, который чуть не обернулся голом. Ракитич. И как он дальше мячом распорядится? Еще чуть-чуть, и был бы гол. Мяч у Гризмана на фланге. Есть там свободная зона. С одной стороны навес плохой, с другой точный. Прямо в сад. Ракитич на убойной позиции. И мяч в руках у голкипера. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Верхом на Суареса. Барселона выигрывает с разницей в один мяч. Непростой матч. Тяжелая игра для них сегодня. Но все равно еще есть время, чтобы исправить результат. И прекрасный вариант нашел Видаль. За лицевой мяч оказался, а мог бы за линией ворот. Потерян мяч Барса. Месси. И Месси отдает пас на ход. Дембеле. О-хо-хо! Мяч в воротах. Счет равный. Сколько там осталось играть? Минута. Да, и все-таки они добились своего и сравняли счет в этом сложнейшем матче. Очевидно же, что футболисты обеих команд устали одинаково. Но в такие моменты удача сопутствует тому, кто все-таки сумел себя перебороть. Обходит защитника Лионель Месси. Момент упущен, навес не получился у игрока. Ничья. Эти 90 минут так и не смогли. Прошла передача. Дополнительное время начинается у нас. Вряд ли команды будут сильно рисковать. Все же правило золотого гола у нас действует. Серхио Бускетс. И нет больше мяча у Барселоны. Во многом игра команд сегодня сходится. Обе стараются... Тут может быть опасно. Отражает мяч Тер Штеген. Отличный вынос и отгол. Он спасает команду. Лионель Месси. Дембеле. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Подает Гризман. Не получился тут угловой. Дембеле. Это шанс! Забивай! Вот как надо играть в защите. Чтобы выиграть матч, им достаточно воплотить в гол одну от... Суарес, забивай! И что это? Гол! Итак, матч заканчивается.